Серьезная авария произошла ночью на северо-западе Москвы. Есть пострадавшие. Это видео мы получили от нашего гражданского репортера. По предварительной информации, в тоннеле на Волоколамском шоссе столкнулись трактор и легковушка. Пострадавших двое – это водители трактора и легкового автомобиля. По предварительной информации, оба госпитализированы с серьезными травмами. Пассажиров в салоне не было, и на месте происшествия очень долго работали экстренные службы города.